Хотелось дослушать немного музыку. Как-то, что-то, мне кажется, первый раз такое было желание от кино не переставать его смотреть. У нас началась трансляция. Может, потому что в конце они показали тебе две дороги, по которым ходили персонажи, и прям такое продолжение отплывающей музыки. Не исключено. Мы сейчас посмотрели фильм «Вне закона», «Down by Law», Джима Джармуша 1986 года. Замечательный фильм, и спасибо за него Оле. Очень классный фильм, и прям отдельно какой же хороший фильм. Да, знаешь, маленькая поправочка. Я как раз читала комментарии Антона Долина насчет этого фильма, и он акцентирует, что этот фильм на русский язык правильно переводить не «вне закона», как всегда делается, а «вниз по закону». Ну, такой дословный перевод с английского «down below», потому что здесь он, получается, что они не пересекают закон, то есть они, в принципе, там же два персонажа абсолютно невиновных были посажены в тюрьме, то есть они не пересекли закон, то есть они были в рамках закона. Но такая вот у них дорожка скатывающаяся оказалась вниз. Ну, такая... сейчас давайте вот дождемся, пока Маша зайдет, и подайте все голос, что все слышат. Музыка там, конечно, кайфовая, просто хочется ее слушать и слушать, и слушать, и слушать, и о чем-то думать. Да. Я вот просто еще тоже хочется сказать, что с нами сегодня, вот я просто вижу, что Маша там подключается к нам, как бы, чтобы понимать, с нами сегодня Оля, с нами сегодня Алексей, с нами сегодня Илья, и с нами Маша, сейчас вот она подключится, мы вот такой компанией обсуждаем. Mm-hmm. Алексей, Илья, включите, пожалуйста, микрофоны, чтобы мы услышали, да, да, что вы здесь. Да, вот. Да блин, там же американцы полетели, я в ахере просто смотрю тут параллельно. Да, ты скинь нам ссылочку. Видите, какие... Нет, блин. Ну дайте они потом. Они уже улетели. Посмотрите в записи. Почему Маша не может подключиться-то? Кстати, я уже нажал подключение. Второе. То есть у них все удачно прошло, да? Они взлетели, да, они уже линию Кармана преодолели, но тут фишка в том, что сейчас ступень будет приземляться на баржу в океане. Первая, да, ступень? Но она единственная, да, в этой ракете. А у них одна ступень? Ну, две, ну как бы вторая — это корабль. Ну, обычно две ступени отлетают, ну окей. Вот она сейчас просто прям возвращается на Землю в прямом эфире, и Алексей, это очень волнующе. А ты смотрел фильм с нами? Ну, я сейчас смотрел... А, да, точно, что я ору. Я сейчас смотрел через ВК параллельно, потому что я зашел по ссылке, он все равно в 17 FPS идет. Вот. Мне кажется, это потому, что, скорее всего, через тебя идет трансляция, и нет, поэтому пинг. Нет, ты по ссылке зашел. А, в смысле, этот космик? Ну да, космик, да. Космик через меня. Ну, давайте про технические истории мы как бы потом, потому что мы все время находимся в процессе этого всего обсуждения, и еще раз к этому вернемся. Поэтому я хотел спросить у тех, кто смотрел не запуск этого самого, а фильм вместе с нами. Знаете, вот на самом деле у меня очень хорошее настроение от этого кино. Прямо, я не знаю, как бы... Мне показалось, что там прям было три фильма. Ну, типа, первая часть, в которой можно было раствориться, это тюрьма, и потом, как это все закончилось, такой фильм просто вообще, типа, добрый. И хочется вот такое спросить у всех, все, в общем, кинематографисты, хотели бы вы снять такой фильм? Потому что вот я смотрел на него, и я думал, ну, вот, берешь этого, и как бы хорошего, и как гениального оператора, и этих замечательных актеров, и снимаешь такое кино, это же легко. То есть не было у вас таких мыслей? Маша?
Это странный вопрос, Андрей. Да, тебе странный вопрос. Да, у меня не было такой мысли. Илья, ты хотел бы снять такой фильм? Ну, конечно, такой фильм смотреть приятно, когда вначале тюрьма, а потом свобода. Есть еще «Побег из Шоушенка». У меня были похожие ощущения, когда он в конце, пролезая через все это дерьмо, вырывается таки на свободу. И, как бы этот прием, мне кажется, он безотказный, если его делает хороший режиссер. Вот, но я, кстати, хочу прокомментировать насчет того, что там говорил Долин, что они не переступают закон. Они переступают закон. Они переступают закон, когда бегут из тюрьмы. Потому что даже если ты сел, будучи невиновным, а потом сбежал, ты уже нарушаешь закон. Даже если ты, ну, то есть если ты невиновный, и ты хочешь это доказать, ты должен это как бы, сидя под стражей в заключении, должен добиваться там освобождения, оправдания и так далее. То есть на самом деле они, если как бы реалистично на это смотреть, они стали ребятами в розыске и подсудными, конечно. И их вот это легкое расставание и уход куда-то, куда они сами не знают куда, это на самом деле такое, но оно выглядит таким легким, поэтичным, но в реальности далеко бы они вряд ли ушли. Вот, если только до границы куда-нибудь там, с Мексикой. Да, кстати, согласна, этот фильм, он какой-то очень такой слишком оптимистичный, утопический. Ну да, он не совсем реалистичный в этом отношении. Вот, но, конечно, то, что Джармуш умудряется без особого сюжета, без драмы, там, без экшена и прочего, давать, конечно, очень крутую такую атмосферу, в которой просто вот приятно находиться. А мне кажется, интересно, эта атмосфера в основном создается за счет музыкального фона в том числе. Как вы считаете? Да. Может, для него же музыка сказать. Очень важна. Да, что музыка — это прямо отдельный герой. Да. Музыку там же каждому фильму, очевидно, подходит прям концептуально. То есть, ну, там, если послушать его разные фильмы, там, очевидно, большая какая-то да. работа и продумывалось это все. Кстати, вот я тоже сейчас, я не смотрел. Да, пел. Что? Том Уэйтс же пел. Это, по-моему, вообще вся его музыка, все оформление фильма Том Уэйтс. Ну, это было очевидно. Там Лури композитор. А кто это? Ну, это один из этой тройки, Джон Лури. Его Кент и актер, который в «Стране, чем в раю» играл, и, по-моему, в дебюте этим «Отпуск без конца». Ну, короче, это его друг по жизни. Он Джек. Джек, да. Да, 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 Джек. Да, Джек. Я как раз думал про это, что когда там только все началось, там музыка, когда начинается в начале, она очень похожа на музыку из сериала «Black Books», который делал тоже Том Уэйтс, туда музыку писал. Прям как будто бы это один саундтрек. Я думал, что вообще чувак написал один большой саундтрек. Но я как раз и подумал, что, ну, как бы, может, действительно это не, ну, что это его друзья и это его окружение, люди, которые вот оказались в этом фильме. Но я подумал, как раз здорово. Берешь, значит, Тома Уэйтса, потому что он очень круто существует в кадре. И вообще, странный человек. То есть вот все, что я видел, мне очень понравилось, что я как раз вот много думал просто вообще про энергетику актеров, которые там оказались у него в кадре. А, он, значит, берешь... Да. Берешь, значит, Тома Уэйтса, и типа, и с ним еще багаж такой, вся его музыкальная, весь музыкальный бэкграунд. Но, кстати, этот, да, этот Джек,
Он тоже ведь музыкант. Я вот не знаю подробно про него, но вот Леша говорит, что он принимал участие в написании. Ну, как бы неудивительно. То есть он взял двух музыкантов, сделал из них, они как бы там периодически актеры, и поехали. А сам он ничего случайно здесь не написал, он же, Арнош, он же тоже музыкант. Представляешь себе, у него два таких исполнителя, и Джармуш такой говорит, а музыку к этому фильму писать буду я. Не, ну что это может быть? Я думаю, возможно, да. Знаешь, мне интересно было очень... Мы же обсуждали, мы хотели этот фильм посмотреть как комедию, и что здесь такого комедийного? И я поймала себя на том, что вот когда я смотрела первый раз, и было начало, вот эта музыка шикарная, такая веселая, и показывали первые кадры «Катафалка», вот когда я рассмотрела это раньше, было очень смешно. Сейчас мне почему-то фильм таким-то очень смешным не казался. Вот у меня прям чувство комедии, комедия как таковой не сложилось. Ну, но точно не драма, конечно же. Если на титрах уже было ощущение комедии? Да, когда я смотрела первый раз, мне было смешно. Вот этот несостыковка ряда звукового и видео. А, ты серьезно прям? Ты просто сейчас сказала, я вот все, что услышал, что ты сказала, ты смотрел титры, на которых был катафалк и музыка, и тебе стало смешно. Да. Это вот когда первый раз смотрела, говорю, а сегодня я просмотрела фильмы, несмотря на какие-то там и такие клоунческие приемы, которые вот они в тюрьме там делают, знаешь, когда Боб приходит в эту клетку тюрьмы, ведет себя, ну, прям по законам клоуниады. Как-то вот сегодня, не знаю, может, настроение несмешливое, но мне сегодня совсем не было смешно. Кому-то было хоть где-то смешно? Да, мне было смешно. Я тоже думала, ой, это же комедия. Как все смешно. Мне тоже было смешно. Я вот прям вообще дико ржал, думал, надо было. Если у меня был бы микрофон включен, все было бы слышно, как я сам заливаюсь. Не помню, какие-то... Ну вот, действительно, все моменты, как они, ну, как контрастирует Боб, ну, с ними, они очень здорово сделаны. Ну, то есть он... Я не знаю, как я даже записал, как это. How big the alligators? How big the alligators? Мне очень понравилось, как это подробно рассказывает всех этих самых. И он такой погрустнел и вопросом задает какой-то прям такой хороший. И он там, нет, очень смешно. Да, я пытаюсь вспомнить, какие фильмы вот так вот сделаны, вот. Я пытаюсь понять, это первоисточник вот этой манеры съемки фильма типа ни о чем, как бы, где очень много диалогов каких-то таких непонятных, бессмысленных. Сказать, что это похоже на какой-то жанр, что типа, ты несколько фильмов таких угадываешь? Ну, я вот это смотрю, думаю, ой, ну это же там что-то. Я не могу вспомнить, что, потому что это очень какая-то узнаваемая вещь. Может, это Джармуш просто снимает такие фильмы? Кофе и сигареты. Ну да, кстати, это же он вообще любит, типа, да, чтобы люди говорили. Но я тебе... наверное... Ты вот меня спрашивала про это в момент, когда была эта сцена про аллигаторов там. Что, типа, короче, похоже на жанр, когда люди просто ни о чем разговаривают. Но вот эта сцена, как раз, когда они разговаривают про аллигаторов, она очень прицельная. То есть они, например, вот когда пришли в этот домик, в который они со свечкой этой сидели, с очень интересной работой, это самое, оператора, как он там лампу спрятал за этой свечкой, круто. И там был, типа, разговор ни о чем. То есть их, ну, просто как бы они срифмовали тюрьму. А когда они про аллигаторов, там явно было про то, что нам, ну, как бы нам все показывают, что вроде, а может быть, все легко и беззаботно. И этот чувак говорит о том, что сейчас будет сложная история. И как раз вот они там доходят до отчаяния. То есть этот разговор, он имеет смысл нагнетания атмосферы. А так там, конечно, очень много было разговоров таких, ну, типа ни о чем. Я, кстати, тоже бы не сказал. Мне кажется, что все диалоги такие, они длинные, но они,
как бы очень описывают персонажей и выстраивают взаимоотношения между ними. Ну, то есть, вот, например, правда, вот вся эта история с тем, как он здорово вообще сделал как бы ввел двух персонажей, посадил их рядом. И мы, вот как вот это их взаимодействие между ними, такое несколько неэмоциональное, вот они как, что-то конкурируют друг друга, но вот, они на одной какой-то ноте, как будто бы вот они... И приходит, когда этот чувак, то как бы вся их компания начинает по-другому звучать. Это какая-то очень театральная такая вещь, как будто бы это от импровизации сделано. Ну, то есть... Он их подкалывает, они начинают там более какие-то живыми. То есть я вот это с этой точки зрения смотрел, что как вообще характеры взаимодействуют в этом всем. Слушай, а знаешь, вот я обратила внимание, интересно, на такую деформацию персонажа как личность в ходе фильма тотальную. Вот вначале эти два персонажа, Джек и Зак, они же такие яркие образы. У Зака там на стенах какие-то вещи, что жизнь — это как танец, что-то там лимба. У Джека там такая проститутка, которая смотрит на просто восход солнца, смотрит, как меняется свет. Понимаешь, такие мощные фразы. И у них образы яркие, они красивые, у этого там ботинки, он диджей. А потом они оказываются в тюрьме, и у них вот происходит какая-то деменизация именно как характеристик. Помните момент, когда Джек спрашивает, а ты кем был там спустя несколько недель, там уже много недель спустя, он говорит, я был диджей, типа, покажи, что ты диджей действительно. И вот это единственный момент напоминания его как персоны, как личности, который потом вообще стирается. И они после побега, они прям становятся вот эти два человека как одно, они одинаково себя ведут, они оказываются в одной и той же ситуации, как антипод Боба. И в конце даже, в самом конце, перед развилкой, они настолько объединены в одно, что у них даже одежды друг друга, они даже одежду в конце передают друг другу, чтобы немножечко найти себя потом. И вот то же самое, то, что ты говоришь, диалоги становятся какие-то некоторые бессмысленными. Вот мне кажется, это тоже такая деформация идет, понимаешь, вот как персонажи, ну, личности всего. Какую-то такую непонятную совершенно историю. А какой диалог тебе тоже показался бессмысленным? Слушай, ну вот эти два персонажа для меня вообще перестали существовать вот с момента после этого айскрим, как они все кричали на самом деле, они для меня стали уже как два белых пятна одинаково. Да и вот все их, ну не знаю, вот эти... Не знаю, я даже сейчас не вспомню, какой конкретный монолог там, допустим, диалог был. Ну, просто то, о чем ты говоришь, я как бы понимаю, но мне кажется как раз, знаешь, что вот типа Зак и Джек, они же ведь за весь фильм до появления Боба, они ни разу не улыбались и не смеялись. И, короче, как-то и не подкалывали друг друга. То есть там, по-моему, первая шутка появилась, когда он рассказывает про то, как, почему он попал в тюрьму, что оказалось, что он единственный из них преступник и убийца. Да, это вызывает смех. Ты так вообще, прекрати, это не вызывает смех, это смешно. Нет, это вот персонажи рассмеялись. Как бы. Я смеялся, мне очень понравилось. Там, я увидел, что там Том Уэйтс, как бы, он на самом деле не очень хороший актер, он просто очень крутой. Я не знаю, что с этим чуваком происходит. Ну, как бы, я вот думаю, я не встречал таких людей. Вот, ну, просто как он себя чувствует. Я видел какое-то видео с Томом Уэйтсом, где его пригласили на какое-то ток-шоу, и он, видимо, там еще и укуренный был. С ним вообще что-то невероятное происходило, что как бы просто он сам по себе, его можно как снимать, как структуру. А здесь они, когда встали вот возле решетки, сначала один рассказал про свои преступления, потом другой рассказал про преступления, потом этот рассказывает, и он, когда рассказал, что он убийца, то у Тома Уэйтса была, видимо, задача, ну или они, видимо, это много раз репетировали, как это снималось, о том, что, типа, короче, и тут вы понимаете, что рядом с вами преступник-то на самом деле вот этот маленький человек, он самый опасный человек. И я видел, как Том Уэйтс стоял на этой решетке, он прям дернулся от него, но он дернулся очень рано, и это было как, типа,
там, Вейтс, успокойся, как бы. Понятно, что тебе задача, вы там на пленку снимаете, надо что-то сделать уже. Ну, короче, рано, ну вот. Но я имею в виду, что про то, что ты говоришь, что там как бы так и получилось, что типа этот чувак их как бы расколол в этой их суперсерьезности, в том, что они такие гангстеры. Они же там оба такие прямо чуваки решают дела, у одного там это самое, какие-то проститутки, у другого труп в багажнике, ну прямо, как раз вот если про фильм этот пишут, то пишут, что он начинается как серьезное такое кино. Это как бы гангстерская история с 30-х годов и так далее. А когда этот чувак приходит, Боб, то, собственно говоря, он как раз их раскалывает, они не могут быть больше такими серьезными. И в этом как раз и прикол, то, что они действительно, возможно, под его воздействием, они трансформируются, и они как раз реально, они же ведь, ну вот они не бросили его тогда, этот Зак не бросил его, когда они реку переплывали, они как бы за ним вернулись, они начали о нем беспокоиться. Потом, когда Зак шутит про то, что, может, его крокодилы, аллигаторы съели, то Джек уже говорит, что типа не шути так. Ну, то есть они из-за него переживают, он как-то включился в них, и как раз поэтому они перестали быть такими... Они дальше уже попроще. То есть ты так это спрашиваешь, и я думаю, из этого разговора, я думаю, может, реально Джармуш вообще имел в виду, что типа, короче, сейчас как бы вот этот вот весь гангстерские разборки, я их сейчас раскалю юмором и как бы сделаю, что они просто такие наивные друзья. Они же прощаются реально, вот эта шутка с этой рукой, ну, это совсем такой наивняк детский. Они становятся прям, вообще уходит с них эта вся шелуха. То есть я думаю, может быть, и такой был у него там в синопсисе написано, как бы два гангстера под воздействием итальянского комика становятся снова детьми, короче, и меняются куртками. Сниму такой фильм, подумал Джармуш. А когда это был снят фильм? В 86-м году написано. А, ничего себе. Это одногодка Андрея. Какого Андрея? А какого года, Андрей? Не этого, Алексей. Не этого, а какого? Ну, почитай Википедию, что ли. Где ты прочитал про дом? Я же сейчас открою Википедию. Маша, что? Я вот, кстати, хотел бы еще просто подробнее про фильмы, про которые ты говоришь, что то, что это, возможно, вот эти разговоры бессмысленные. Мне, правда, представляется, что, как бы, как правило, ну, типа, в нашем особенно кино все считают, что, типа, диалогист – это, короче, Тарантино. Длинные диалоги типа ни о чем – это Тарантино. И когда у нас кто-то пытается, ну, любое кино, отвечая на твой вопрос, который ты задаешь мне бровями нашими. Что типа, как бы, что типа, что значит снять под Тарантино? Сажаешь двух людей в кадр, и они начинают трепаться, а в следующем кадре кого-нибудь убивают. И как бы, ты снял под Тарантино. Нет, там все-таки у него другое содержание, другая энергия диалогов Тарантино. Типа напряжение. Да, действительно. Да. Да, да. Я не знаю. Я просто очень удивлена, что это снято так давно. Так давно это снято. Я тебе, знаешь, скажу, я сегодня посмотрел фотографию вот этого актера, который Джек, для того, чтобы как раз именно понять, когда. Ему 67 лет сейчас, и он такой... Ну, как бы на фотографии я видел солидный дедушка. И я подумал, да ладно, не так это давно снято, но хорош, что... Да. Это типа один из первых фильмов Джармуша или как? Невероятно. Нет, это не первый. Нет, один, но не первый. Ему уже 33 года. Что там там? Уже начал снимать. Значит, вам было очень смешно, да? Все очень смеялись всегда. Я нет. Я бы очень смеялась, да, если бы... Никогда не смеялся.
Я понимала, что это комедия, что все очень смешно. Как бы и не расстраивался. Там, никаких насильных эмоций он не выбивает, в принципе. В том числе и на смех. И... Не знаю, сложно объяснить. Ну, как и его фильмы, те, которые мне вот больше нравятся, ну, есть там, они такое легкое ощущение транса, что ли, вызывают. Ну, да. Прожившую картину долго. Я смотрел «Пределы контроля», я помню. Я был, конечно, совершенно загипнотизирован. Хотя там диалогов вообще практически нет. Ну, то есть там просто минимально действия, минимально диалога, минимально всего. Илья, интересно, если ты говоришь про то, что этот, типа, не показался тебе очень смешным фильмом, а какие тогда тебе комедии нравятся? Просто, типа, раз мы заговорили, мне тогда интересно, а какие полюсы? Это, мне кажется, это не совсем комедия. То есть это не, ну, как бы, просто взяли комика. Нет, конечно, они, конечно, не комедия, они не позиционируются как комедия. Да. Жармуш. Ну, их и вообще какой-то жанр, куда ты их засунешь. Я не знаю. Вот мы в прошлый раз смотрели фильм этот «Что мы делаем в темноте». Он прямо как бы реально комедийный, и там прям, ну, гэги делают. Ну, то есть... Ну, да. Но прям... они развили какие-то, очевидно, уже существовавшие до того их наработки. Они же уже сняли фильм для этого. И как бы... Ну, Джармуш тоже свои наработки тащит из фильма фильм, приемы. Там «Таинственный поезд», если посмотреть, ну, следующего фильма, да, вроде. Там много общего, на самом деле. И диджей там есть. Сколько я сейчас так смутно вспоминаю. И рок-звезда там есть. Мертвая. Ну, то есть... здесь как преемственность, она тоже есть. Он спокойно использует свои приемы. Знаете, какая шутка мне понравилась? Да. Ой, прости, Лёш. Прости, Лёш, прости. Продолжай. Не, я все запнулся на этом месте. Знаете, мне какая шутка понравилась? Вот когда они сбежали из тюрьмы, и Боб говорит: «А, мы сбежали», прям как в американских фильмах. Это было реально смешно, потому что, говорит, итальянец, который как бы в Америке сбегает из тюрьмы, и это снимают американские фильмы, это было забавно. А потом, знаете, мне еще пришла мысль, так интересно, вот я пытаюсь найти, где вот это была точка симметрии. Здесь такая, знаете, зеркальная симметрия в сюжете. Вначале вот эти два персонажа, у них есть женщина. То есть у них вроде там все в порядке. А в конце только у этого... Боба, оказывается, вот он встречает свою женщину и остается женщиной. То есть, а эти два персонажа оказываются без женщины. Вначале Боб был без женщины. То есть такая какая-то зеркальная симметрия. Я пытаюсь понять, в какой момент, вот, где эта точка симметрии произошла. Ну да, он же нашел дом. Можно да, сказать. И женщина вообще он в шоколаде. Он живет, он стал жить американской мечтой, на самом деле. Вот он как иностранец стал жить американской мечтой. Там дом, да, семья. Да. Машин только нет. Да, а американцы оказались вон на пустой дороге в развилке. Куда-то вообще ушли, непонятно куда. Угу. Так интересно. Вот ты сказала про шутку, которая тебе понравилась. Я сейчас понял, над чем я смеялся, когда он рассказывал, этот самый Боб рассказывал про свою маму, про то, что его мама странная женщина. Ну что он, они когда разбежались, он сидел, готовил кролика и рассказывал, что это как моя мама. И мне еще кажется, что он там очень здорово коверкает английский язык, именно когда он все рассказывает, да? Он не коверкает, он реально актер, не говорил по-английски. Вот это же. Нет, я имею в виду, что он прям производит какой-то новый английский язык, который выглядит именно как бы смешно, как можно говорить на английском языке, что тебя понимают, если он с такой уверенностью еще это говорит, но как бы совершенно какая-то свободная форма у него построения предложений. Ну, кстати, я не знаю, было ли у него действительно сценарий, именно такие формулировки английского языка, либо это была какая-то частичная импровизация, потому что я читала, что
Импровизация? То есть Джармуш любит импровизацию снимать? То есть все шутки импровизационные? Я думаю, что был сценарий, но мне кажется, что все эти сцены, все сделаны, ну, как бы, много репетировали, находили взаимодействие друг с другом и произносили этот весь текст. Вот, кстати, вот про эту, про маму, вот этот вот монолог, я вот просто... Как бы понятно, что он там сделает. И он достаточно как бы все делает академично. Вот они, три человека, оказались в кризисной ситуации. Причем оказались в кризисной ситуации, которая вроде решена. Они оба, эти два, Зак и Джак ходят по лесу и говорят о том, что им хочется есть. В то время, как они ушли прямо вот от кролика, который им вот перед носом он им тряс, и они такие, мы уходим, нет еды. Ну, как бы типа уже сразу он делает такую комедию немного. И один вспоминает свою работу на радио, другой, я не понял, что он там на самом деле говорил, он, по-моему, про какую-то ссору с женщиной или что-то такое, вот этот Джек говорил. И, а этот чувак рассказывает про свою маму. И я думаю, что это был достаточно такой монолог про то, что ты вспоминаешь семью, вспоминаешь свою большую семью, свою маму и так далее. И как бы, не знаю, как он его писал, мне кажется, он вместе с ним его что-то такое понабросал, он много раз проговаривал, просто пытаясь как бы рассмешить режиссера, ну так это звучит. И мне кажется, очень, как, ну, типа, как, я хочу сказать, что это такая шаблонная история, да, человек в трудной ситуации обращается к собственной матери и говорит, моя мама была такой человек, да, ну как бы это прямо заявка на то, чтобы снять пошлый монолог. И он как раз находит очень, очень хорошее решение, что типа это будет говорить комик, и он будет это говорить, как бы пытаясь всех нас рассмешить. И то, что он вот с этим кроликом, как бы мама гладила кролика и так далее, а потом делал, такой очень странный человек моя мама. Это очень смешно. Это очень смешно, я вам точно говорю. Это комедия. Вы просто не умеете смеяться. Там я вспомнил смешной момент, когда ты нарисовал окно и спрашивал, как же правильно сказать, смотреть в окно или через окно. Говорит, в нашем случае на окно. Да, так довольно не смешная шутка, но она смешная, потому что контексте, да. Вот я что хотел бы сказать. На самом деле, правда, я вот хочу сказать, что мне как раз, я вот когда фильм смотрел, то я думаю, блин, вот сложно будет обсуждать фильм, потому что я просто получаю удовольствие и вообще не хочется о нем думать. Ну, прям все как-то поплыло, все так здорово. Хотя у меня много мыслей возникало тоже как раз именно про то, что, типа, насколько это реалистично. Я тоже думал, я себе представлял, я думаю, какой хороший чувак взял, значит, сначала снял немного атмосферу Нового Орлеана. Хорошая атмосфера. Мне прям так понравилось, как он ее сделал. Этот с бутылочкой пьянствует, его бросила девушка. И он такой где-то скрутился на каком-то баке мусорном. И я думаю, он снимает это долго-долго, снимает такой, говорит, это кадр. Я вот удивляюсь, как, ну какая должна быть уверенность. И вот это все, как он пьяный едет с этой тоже опять бутылкой, рулит какую-то левую руку, правой рукой и каким-то девчонкам что-то вяло кричит в окошко. В этом прям такое хорошее настроение. Он реально очень пьяный, перегоняет какую-то машину. Ну, какой-то расслабил. И я, конечно, думал потом, я думаю, здорово, я думаю, как бы у нас выглядел этот фильм? И я себе представил, короче, эти все истории про побеги из сибирских лагерей через зимние эти самые. И я думаю, ладно, просто буду смотреть дальше кино, не надо об этом думать. Это другой фильм. У нас не так бы это все выглядело. Но я просто вот что хотел сказать, и вот меня у Алексея хочется спросить про и Маш, про этих персонажей, потому что я думаю, что здесь вот прям, ну, 90%, ну, как бы, фильм как будто бы сконструирован, как будто бы он прям взял такой, картошка, морковка, это бульон будет музыка их, и варится, и все, и ты видишь прям все, что вот кинули в суп, все без розмарина и гарлика, как это было. И это самое. Этот Зак, Том Уэйтс, ну, в смысле, Джек, Том Уэйтс,
вот эти два персонажа, ну, они же просто очень хорошие. Я как раз с самого начала смотрел, как Джек ведет себя. Ну, я прочитал, что он музыкант, он на саксофоне играет. И я думаю, как он будет играть? Ну, то есть, что можно любого музыканта взять? И там есть несколько сцен, где ему нужно взаимодействовать. Вот к нему пришел этот чувак, который его прессует и зовет его, на, ну, вот, как бы пытается его подставить, чтобы кто-то отправился там к этой девушке. И он его прессует в лицо прям такой, как с ним разговаривает. А этот ему должен отвечать тоже с агрессией. И я знаю такую вещь, что когда человек... Ну, есть такие люди, как бы вот что Том Вейтс, что этот человек... В чем смысл? Что они погружены внутрь себя, они, видимо, много думают, и им не скучно как бы самим собой. У них это называется богатый внутренний мир. То есть этот человек может сидеть, молчать, о чем-то думать, что-то такое, не знаю, рисовать, сочинять музыку, но он как бы герметичен, и поэтому за этим интересно наблюдать, потому что большинство людей как бы обращены вовне, то есть... Когда мы рассматриваем этих людей, мы видим, что они ищут реакцию на себя, разглядывают других людей, и они все время находятся где-то здесь. И у них очень мало моментов, в котором они внутри себя. Тем более, если на них наставить камеру, то они тем еще больше оказываются снаружи. А вот эти два чувака, они такие. Но как бы проблема с такими актерами, ну не проблема, а как бы где заканчивается этот их внутренний мир, когда на них... когда они сталкиваются с каким-то взаимодействием с другим персонажем. И там была как раз сцена. И ему прислали актера, который ему говорил, ты что-то там такое. И я увидел, что он ему отвечал хорошо. То есть он ему смотрел в глаза и как-то бычил. Ну, как-то прямо проявлял как-то агрессию, стойкость. То есть он же играл крутого чувака, и он это как бы в принципе делал. Вот с Томом Уэйтсом там другая несколько была история, когда ему нужно было играть точно такую же роль, когда к нему пришел тоже, видимо, профессиональный актер, вот этот человек в красивом пиджаке, который просил его перегнать машину, то им пришлось снимать это таким образом, что Том Уэйтс, во-первых, был уже пьяный, ну, как бы он играл пьяного, то есть он имел возможность закрыться, ему не нужно было вставать как бы в полный рост. А во-вторых, он с ним разговаривал все время затылком, он смотрел в камеру и как бы спиной ему отвечал. То есть он был так как бы типа подавлен. Ему явно упрощали эту задачу. Но в целом мне очень как бы... я думал много именно о том, что правда как бы здесь успех фильма был в том, что Джармуш взял на главные роли таких необычных людей по энергетике, потому как они... сами себя чувствуют и как они могут оставаться в кадре. И вот хотелось у вас спросить, что вы думаете об этом. Маша. Отвечать будет Маша. Мне кажется, что очень много, вот то, что ты сейчас описал, очень много вот это ощущение дает, во-первых, то, что это на черно-белую пленку снято. Вот. А, во-вторых, какой был вопрос? Про вот этих актеров встречала ли ты когда-нибудь такое? И как бы это же редкость вообще, что люди так себя чувствуют вот, в кадре. С кем это можно сравнить? У меня вот, ну, Том Уэйтс вообще уникальный, но и вот и Джек тоже как бы я не видел такого ощущения. Я просто не знаю. Я почему-то вот сегодня я не разделяю вот эти ну, как-то твой восторг. Может, у меня настроение просто другое. Для меня сегодня именно такое настроение, как бы скучновато мне все это было, понимаешь? Может типа быть, потому что это... Или эти чуваки... Ну, вообще все, мне было скучновато. У меня было сегодня какое-то другое настроение. Хотя мне нравится Джармуш. И фильм этот я в какой-то очень ранней юности смотрела, и тоже мне было очень скучно. Вот. Но Дедман, который... Ну, почему-то у меня воспоминания похожие. Но он более... эзотерический все-таки. Другое совсем кино, я бы сказал. Да. Я не знаю, что сказать тебе. Эти актеры, что они как-то существуют, не знаю я. Ну да, это вот у меня почему-то вспоминалось вот этот вот Боб и молчаливый Джо, или что там вот в этом духе. Как Джей, это называется? Молчаливый Боб. Вот, да, какие-то вот эти потерянные герои, как параллельной жизни у них, они поверхностно как-то разговаривают о чем-то, а про суть не разговаривают никогда.
Можно предположить, что это потому, что «Клерки» сняты на черно-белую пленку. Фильм «Клерки»? Ну да, в которой Джей и Молчаливый Боб играют. Может быть. Ну нет, просто я пытаюсь подобраться к тому, чтобы задать себе прямой вопрос. Ты сказала, что в этом фильме вот это как бы их взаимодействие Тома Уэйтса и этого саксофониста в тюрьме можно вообще ассоциировать с этими двумя укурками, с Джеем и Молчаливым Бобом, которые тусуются весь день возле магазина и продают траву. И, типа... Ну да, кстати, что-то есть. Подожди, Маша, а вот тебе как эта шутка про маму и как она кролика убивает? Я помню, как он начал говорить, когда он готовил кролика, это моя мама, его розмарин, там что-то. Ой, он как подошва, это так замечательно, но больше я ничего не помню. Там было еще что-то? Да. Я, кстати, тоже про маму-то пропустила, как-то у меня она не осталась. Это такие лаги были, что просто как 10 минут фильма потеряли. Можно обязательно пересмотреть. Там монолог его, как бы, все монологи произносили, и как бы в том числе и он произносил монолог. Может, отвлеклись. А у меня к вам вопрос от людей, которые снимают кино. Вот скажите мне, пожалуйста, я сейчас думаю о том, что заметно, практически же не было никакой массовки и особо других актеров, то есть тоже было очень мало, то есть я не помню особой сцены, где были бы наши главные персонажи и много других людей, то есть когда они показывают город, они либо просто город показывают, либо если персонаж в городе, то только наш персонаж, ну и максимум, если это кто-то его партнер, который делает сцену, и все, а других людей как будто бы не существует. Вот это мне так показалось, или это такой прием? Для чего? Денег, наверное, не было, я так думаю. Ну, не было денег. Сколько там, бюджет у фильма? Полмиллиона, 460 тысяч долларов. Хороший бюджет, но типа маленький. Но, в 86-м году маленький, мне кажется, это очень хороший бюджет. А, да, не знаю. Но я к тому, что вообще-то тут не предполагалось нигде, чтобы была массовка. То есть я вот сейчас не чувствую, что там в какой-то сцене он пытался обманывать, что у него есть люди. Сначала он показывал ночной Новый Орлеан, потом тюрьма, ну вот он показал соседние камеры. Других тюремщиков нет, других тюремщиков нет. Они гуляют там, ну, их нет. Людей мне кажется, нет. Намеренно. Я даже тебе скажу, ну вот как бы, может быть, в тюрьме, да, они могли появиться. Дальше люди вообще нигде не могли появиться. Но я тебе скажу, что вот в тюрьме я в какой-то момент обратил внимание, что камера везде, типа, статичная, и это работает, ну, она у него везде вообще, на самом деле, статичная, но там я именно подумал, я думаю, а чего он не залез туда с камерой к ним и так не ходил между ними, ну, так, знаешь, поглядывая на них, а он прям замирал, и я подумал, что это сделано специально, потому что вот там в конце пребывания их в тюрьме реально ощущение клаустрофобии возникает, что это не заканчивается. Поэтому там этот побег, ну, как бы, реально вот этот момент, что вроде, ну, они типа как-то сбежали, как бы реально не хочется вопросов никаких задавать, потому что радуешься за них, что они наконец-то убежали оттуда, и все это закончилось. Ну, то есть я к тому, что если бы... Он специально, наверное, в тюрьме не показывал других людей, а только голосами, что где-то там какие-то крики, чтобы мы зафиксировались, что люди видят только два лица рядом с собой, а мы три лица видим, и все, ничего больше не происходит. То есть это была задача же их так столкнуть. Интересно. То есть они тебя из ощущения клаустрофобии кидают в ощущение пустоты и одиночества. Ну, то есть они оказываются на природе одни. Правильно, они там пытаются выживать. Ну, там типа выживание такое, да. Но просто очень, на самом деле, приятно, что они оттуда свалили вместе с ними, как бы на лодке, вот это все дальше. Дальше уже как бы, я не знаю даже вот от этого какое ощущение. Но то, что вот клаустрофобия, вот прям реально там очень давит все это вещь. Ну да, в конце такой романтический момент, они где-то танцуют даже. Прям такой happy end love story.
Очень клевый хэппи-энд. У меня нет никаких вопросов к нему. Суперреализм. Алексей, вот и мне хочется про актеров от тебя услышать. Что ты думаешь про существование Тома Уэйтса в кадре? Тома Уэйтса? Ну, он прекрасен. Ты сказал уже все. Ну, нет, я имею в виду, встречал ли ты такое когда-нибудь? И как бы мне вообще кажется, что реально ты находишь Тома Уэйтса, ну, как бы понятно, что он тут в ансамбле, но по большому счету его можно было много куда запихнуть, и он был бы как бы формирующим для фильма человеком. Но, блин, я не знаю, просто у меня Джармуш как бы... Я просто его всего видел, и, ну, так, я его уважаю. Не будем пасть. Поэтому он у меня... Нет, я это говорю к тому, что я его как-то просто, ну, разложил всего, да, ну, для себя, я имею в виду, субъективно. И поэтому, в общем, то, что вот вы сейчас говорите, ну, вы как бы одновременно все правы, просто вы с разных сторон заходите. Я имею в виду в мою точку зрения. То есть, ну, у Джармуш это классический постмодернист. Вот они, собственно, что он, что вот Тарантино вы сегодня упоминали, это, в принципе, ну, я не знаю, это не два конца одной палки, но они типа где-то очень рядом. Просто они немножко разными языками говорят. Но, в общем, они оба постмодернизма. То, что кому-то сегодня было смешно, кому-то там не смешно. Вот Маша говорит, что... Я не помню, Маше смешно было или нет, но кто-то говорил, что я до этого видел, вроде как было смешно, а вот сегодня смотрел, было не смешно. Но это естественно абсолютно, потому что... А вот Илья говорил, что он как бы понимает, что это комедия, но как бы он так прям типа не смеется, как с комедией. Но это естественно, потому что ну, то, что делает Джармуш, это такая прям классическая постерония. То есть это одновременно и смешно, и это одновременно реалистично, и плюс это еще накладывается на то, что, ну, короче, на сочетание. Джармуш всегда устраивает такие метапутешествия. Вот здесь, например, в этом фильме метапутешествие, по сути, начинается, когда они только попадают за решетку и... нос к носам сталкиваются друг к другу. Это, по-моему, вторая или третья склейка. Они там... Ну, короче, они очень близко друг от друга. Джо Лури и Том Уэйтс. И один другому говорит, что, мол... А, Джо Лури говорит, что тебя для меня не существует. Что-то такое. Тот ему, по-моему, говорит, как тебя зовут, или пытается на какой-то контакт с ним пойти, а этот его нахер посылает. И говорит, тебя не существует, стен не существует, ничего не существует. Ну, как бы он так прям формально дает понять, что, в общем, ребята, тут как бы не про тюрьму история. То есть он дожимает прям. Хотя там, в общем, на самом деле, с самого начала понятно, что все это не похоже на какую-то гангстерскую историю. Все это как-то, ну, вот то, что и ты говоришь, Андрей, это немножко странно, это немножко, ну, забавно, и в то же время вроде как это все по-настоящему. Вот, ну, и вот в этой точке он как бы дожимает и говорит, что, а дальше вот, ну, уже другими глазами, типа, смотрите на это. И потом там дальше вскоре появляется окно, которое Роберто Бенини рисует, и тот ему говорит, Джо Лури, что, мол, в данном случае нужно говорить, я смотрю на окно. Ну, то есть как бы тоже, что типа, ну, оно такое вымышленное. Ну, вот. А по поводу существования актеров и вообще, здесь очень важно еще понимать, что, ну, как мне кажется, что Джармуш, он эстет. Причем такой, ну, эстет прям до мозга костей. И это ему сейчас плохую службу играет, потому что он уже, ну, как бы в возрасте, да, и он не хочет, типа, ничего нового придумывать, и он просто вот как, ну, придумал, создал свой язык, типа, там, 30 лет назад, 40. Так он на нем и едет. И сейчас ему это уже плохую службу служит. Особенно вот про водителя автобуса этот, забыл название. И последняя его комедия, то есть он такой, он, короче, погряз в этой эстетике. И вот в этом фильме, если смотреть это, ну, с пониманием того, что Джармуш любуется каждым кадром, то есть он его эстетизирует и как бы кайфует от этого, это тоже очень важно. И здесь подключается как раз-таки актерское существование. То есть он берет своих друзей,
Но он берет не абы каких друзей. Понятно, что у Джармуша много друзей, но он не всех снимает. Он снимает самых, ну, как бы условно говоря, выпуклых. Роберто Бенини там не должно было быть. Он оказался там случайно. Они искали просто реального иностранца. И я не помню, как это вышло, но там, по-моему, кто-то другой должен был сниматься. И он просто, короче, ну, оказался там. Вот. И там, да, ты, кто-то говорил, по-моему, ты, Андрей, что это импровизация. По-моему, там 90% импровизации. Там Роберто Бенини сам накидывал, что он мог бы говорить. А Джармуш, типа, говорил, да, нет. Так вот, по поводу актерского существования, он берет самых крутых, выпуклых, ну, условно, да, чуваков и, ну, от обратного. То есть, опять же, постмодернистский ход. То есть он от обратного. Он делает из них там бандитов, сутенеров. Ну, то есть Джо Лури в жизни – это, блин, офигительный саксофонист, джазмен. Это образованнейший человек, это интеллигентнейший человек. Ну, то, ну, по нему видно это, оно проступает, вот эта его харизма. Просто у него рожа такая бруклинская прям, ну, я не помню, он из Луизианы, что ли. Ну, то есть я имею в виду, что она такая полу какая-то бандитская, просто у него лицо такое. А сам по себе он очень, ну, образованный и такой, короче, отличник. Вот. И Джармуш ему специально подкидывает такие роли. Он что в этом, что в «Отпуске без конца», что... Ну, в «Отпуске без конца» у него совсем маленькая роль, но в этом, в «Стране, чем в раю» он тоже такого же практически по весу играет. Он там играет шулера, вора. Вот. И здесь то же самое. Он сутенер. Ну, то есть это же смешно. Это же видно, что до тех пор, пока он с этой женщиной общается, голой, да, вроде как непонятно. Ну, там на самом деле считывается, что он какое-то отношение имеет к этому миру, но до конца не ясно, кто он. А когда приходит этот беззубый чувак, комичный, да, и начинает ему там втирать, то, ну, тут как бы становится ясно. А, так он сутенер. И, ну, и это комичный момент. Ну, он короче... Это не комедия, он не комичный, он ироничный. Точнее, он постироничный. Постирония в том, что Джо Лури, такой вот отличник, играет, ну, вот этого, да, ну, не гангстера, а типа бандита, сутенера. И это, ну, забавно, потому что он такой задохлик и все дела. А при этом чувак, который ему втирает, он, ну, он такой, он полный, беззубый. Все это происходит в каких-то более или менее реалистичных декорациях. И у тебя возникает вот такое вот двойственное ощущение, что вроде как это забавно, но что-то как-то мне не хочется от этого смеяться. И он вот это вот настроение, он же его длит, ну, постоянно, даже вот в этой ссоре Тома Уэйтса и девушки, которая там выбрасывает его вещи, она ведь очень такая, ну, карикатурная. То есть там же эта девушка, она же, ну, прям перегибает. Она, да, прям, чрезмерная очень такая, да. Она очень чрезмерная. Но при этом сама ситуация драматичная. Ну, то есть как бы тебе не хочется ржать к этого, с этого, вот как, допустим, и со сцен, вот, которые мы до этого смотрели вот, в предыдущем фильме, да. Там вполне себе тоже, кстати, ну, там, правда, там стык, там пост и метамодерн немножко вот в этих вампирах, но там более жанровая история, то есть там как бы понятно, что, а, все, это шутка, она сделана. А здесь постирония, здесь одновременно и смешно, и как бы, ну, не трагично, но драматично. И все это в совокупности помещается вот в это метапутешествие, метастранствие, которое есть у Джармуша везде, во всех фильмах. У него вообще фильмы про это. Вот то, что Илья говорил про «Пределы контроля», я тоже очень люблю этот фильм. Да, он тоже практически бессюжетный, и вот он весь про вот этот вот, ну, про это метапутешествие. Поэтому, когда вы все вот это перечисляете, какие актеры, как они существуют, это все работает на вот этот постмодернистский мир Джармуша. Постметамодернистский мир Джармуша. Вот так. А это интересно, вот просто уточнить у тебя. Много хотелось у тебя уточнить, ты просто очень интересную большую историю рассказал. Я просто вообще про это не думал и не знал. Про то, что ты говоришь, что он как бы специально делает такую штуку, что эти сцены противоречивы.
То есть, что, например, вот он на роль этого сутенера, он взял этого чувака, да, который, ты говоришь, что он в целом интеллигентный человек, и что, что это как бы предполагалось, что это считывается. То есть, что, ну, как бы, если бы это он просто хотел сказать нам, смотрите, началась гангстерская история, то он бы взял какого-то, ну, как бы, человека с улицы, как это, Стэтхэма он бы взял бы, короче, на эту роль, и было бы более однозначно. То есть я к тому, что ты хочешь сказать, что он прям специально это делал, что, типа, да, я покажу сутенера, но он будет не очень сутенер, а вы, как бы, ну, типа, потеряетесь, что я именно вам показываю, да? Но если ты посмотришь вот американские фильмы, Джармуш, он же... Короче, весь американский рынок, он что из себя представляет? Он представляет из себя американских американцев, да, которые делают жанр. То есть все американское кино нарративно. Ну, оно про историю. Что ты нам рассказываешь? А, вот ты нам такую историю рассказываешь, окей. А есть европейские американцы, то есть это, ну, Касаветис, Джармуш, там, и же с ними. То есть они делают, вот, кстати, Кубрик тоже отчасти, то есть они делают что? Они берут вот эту жанровую Линч. Среду. Линч, да-да-да. Вот, кстати, Линч тоже постметамодернист. Короче, они берут жанр, и они с ним играют. Они как бы они его одновременно и ломают, но и не ломают. То есть ты не можешь сказать, вот, допустим, вот этот фильм, он же так вот, если посмотреть, он же реально про то, что там людей посадили, а потом они типа сбежали. То есть там же есть... Криминальная история. То есть это криминальная история людей, которые сажают в тюрьму, они сбегают и расходятся. Это прям там фильм есть. 30-х годов, как бы про каких-то бедолаг, которые попали в тюрьму, но все закончилось хэппи-эндом. Там есть вот эти... как это умное слово, точки бифуркации, ну, вот эти выразительные, короче, кадры Мюллера, оператора, прям такие они же, эйзенштейновские, вот когда, допустим, ловят Джо Лури, да, ой, не Джо Лури, а этого Уэйтса, который машину перегоняет, они открывают багажник на переднем плане, труп, и, ну, как бы нифига не смешно в этот момент, то есть, это, ну, это криминал, да, нифига себе с трупом в машине. Потом, то, что вот вы говорите по поводу тюрьмы, первый кадр в тюрьме – это тревелинг, очень длинный. Он идет порядка секунд 30, и он просто едет по этим, по заключенным. Да. Там очень, там где-то 3 или 4 клетки он показывает друг за другом, и там, ну, там же прям массовка такая, она подобрана. Потом, когда Роберто Бенини не может переплыть реку, там усиливающийся звук собак, и там тоже нифига не смешно, то есть там очень драматичный момент. И он их специально, во-первых, вводит в повествование, во-вторых, он прямо, ну, не то что прямо акцент делает, но это такие весомые кадры, то есть они не совсем проходные, потому что он остается в рамках жанровой истории, потому что он работает с ней. Это не... как у нас на сленге любят говорить, артуха, это не артхаус в чистом виде. То есть он остается в рамках жанра, просто он как бы намекает, что, ребята, да, это типа криминальная история, но мы здесь смотрим не на историю. Историю я вам не расскажу. И это становится понятно, ну, вообще это как бы сразу становится понятно, но тем, кому не сразу, тем становится понятно, что это какая-то фигня, когда они попадают в тюрьму, и там идет очень долгий кадр, когда Джо Лури просит Тома Уэйтса поговорить, как будто он в эфире, показать свои возможности. Там очень длинный, он очень длинный, когда он там раз пытается что-то сказать, потом сбивается, потом второй. Потому что Джармуш кайфует от эстетики звука. То есть как это звучит. Там если видео выключить, то он очень музыкальный, он очень красивый. Я не про музыку говорю. Там каждая фраза, ну, это слышно, по-моему, когда Роберто Бенини попадает... Ну, ты имеешь в виду, прям как Том... Я слышал, Том Уэйтс строит свои фразы там именно в этой... Да. Она звучала как на радио, когда... Ну, я имею в виду...
прием можно вообще экстраполировать на весь фильм. То есть там весь фильм, весь его звук, все фразы, они очень-очень-очень-очень неслучайные. Вот. И смысл в том, что да, актеры, которые из... Короче, знаешь, что это? Вот о чем я говорю. Это на самом деле Данила Багров. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, я имею в виду то, о чем ты меня спрашиваешь. Что вот такие люди, которые не совсем соответствуют своим персонажам и тем самым дают объем. Но только здесь это уведено, типа, это сделано ради постеронии, чтобы это было и как бы забавно, и серьезно одновременно. А Балабанов просто таким образом добивался объема персонажа, давал ему объем. Ну и глубину одновременно. Угу. Ну, то есть это прям, да, это прием конкретный. А то, что ты сказал про вот эти серьезные сцены, вот где он его не смог переплыть реку, и вот эта проводка долгая, ты это говорил к чему? Что он именно, что это очень жанровая вещь, что как раз типа вот долгие диалоги, их это странно и необычно для такого жанра, а вот это прям должно быть в фильме, гангстерскую сагу про то, как люди попали в тюрьму. Да, типа, это границы жанра. Ну, просто видишь, он в 90-х был такой, он был... Ну, он, короче, сильнее держался в жанре, ну, сильнее придерживался жанровой структуры, потому что тогда и время было такое. В принципе, такие вот прям, как смелые эксперименты, я имею в виду, в американском кино. Ну, конечно, Косоветис это делал. Ну, кстати, Косоветис тоже так он, ну, он по-разному. Короче, суть в том, что, в общем, тогда это было... Ну, в языке, так скажем, общепринято. То есть эксперименты были, но в общем и целом все более или менее старались вот в эту сторону. То есть оставлять как бы общую канву жанровую, но при этом ее разминать. Я имею в виду хороший режиссер. Помнишь, я как-то ходил на... Ну, ты, наверное, не вспомнишь. Я как-то ходил пару лет назад в кино показывали Линча, Малхолланд Драйв. Да, «Малхолланд Драйв». И там в начале фильма Наоми Уоттс приезжает как раз-таки в Лос-Анджелес, кажется. И она там выходит из аэропорта, и я делал фотки. Они такие очень, очень сериальные. Ну, яркое такое солнце, Лос-Анджелес. Она вся такая блондинка, короче. Ну, прям такой ситком. И я сделал эти фотки, и ты такой, типа, что-то с юмором тоже пишешь, что, мол, походу это какое-то, ну, типа, скучное кино или что-то. Ну, как что ты имел в виду, короче, что это какой-то очень жанровый фильм. И это действительно так. То есть если делать стопори, то это выглядит как, ну, прям как супер в доску какой-то Голливуд такой, прям голимый Голливуд, в общем, плохой очень. Не, ну Линч это такой человек, он этим всегда занимался. Он и снимает сериалы, но только как бы пытается... Драйв, извини. Да. Что перебил, а он просто снимался как пилот сериала. Да, да, точно, Илья прав. Он же вообще как сериал... По задумке пилотом, потом не случилось. Он доснял последние там 20 минут фильма, где как бы реальность переворачивается. И выпустил его как этот. Но там даже по камере, я приемы не могу как бы обозначить, но они считываются как сериальные. Так и есть, да. Мне вот интересно из того, что ты говоришь, это я как бы понял, что да, и Линч такой бывает, и там, и Косоветис, и все они играют. И то есть действительно есть одно большое голливудское кино, а есть типа авторское американское кино, в котором вот они пытаются размять жанр. Но вот конкретно про Джармуша мне интересно именно в этом фильме. А вот он, у него был потом «Мертвец», как бы совсем типа особенно не жанр. То есть я хочу сказать, что вот что... Что когда он снимает вот такой фильм, он именно что хочет сделать? Он пытается зайти на территорию как бы голливудского кино, но только сказать: ребята, давайте делать несколько по-другому, так всем будет интереснее. Потому что этот фильм, на самом деле, у него бокс-офис был типа 1,5 миллиона. Ну, то есть он типа в три раза, окупился он. То есть его приняли люди.
Или он хочет сказать, что как бы я захожу на вашу территорию вот этого жанра, в котором вы привыкли все быть и смотреть кино, но типа обманываю вас и снимаю артхаус. И мы такие, а, нас обманули. Вот. Ну, то есть вот какая версия? Потому что мне кажется, что или он как бы так и не решил, или... Ну, то есть должна быть цель какая-то у режиссера, что вроде буду голливудским, но только вот таким голливудским. Ну, нет, ты имеешь в виду, повернулся ли он типа к зрителю? Ну, мне кажется, да. Да, он... Я не могу тебе сказать, почему именно он... Ну, почему... Короче, суть в том, что, как мне кажется, как он делал, исходя вот из вообще всех его работ, то есть у него есть какая-то задача, да, поговорить на какую-то тему, на какие-то темы, да. Может быть, это еще накладывается на то, что его интересует какая-то, допустим, эстетика. Может быть, ему, не знаю, там, тюремная эстетика, хотя навряд ли, там тюрьмы не так много. Может быть, ему... Короче, я не знаю, какая-то, в общем, у него возникла потребность, гадать можно долго, но дальше он... принимает просто конкретное решение. Вот в «Мертвеце», допустим, там, ну, там важно время, и это тоже, ну, это такой отчасти с вестерном. Там очень много вот этих паттернов из вестерна. Здесь, кстати, тоже очень похож этот фильм, в общем, на «Мертвеца», просто здесь тематика другая. Почему он выбрал такую тематику? Ну, это, знаешь, это надо разворачивать вот эту тему, почему фильм так называется. То есть там же закон, скорее всего, ну, там тоже игра слов. То есть это имеется в виду не юридический закон. Вот. Почему, ну, если ты у меня спрашиваешь, почему он так, я не могу тебе сказать, почему. Ну, но мне кажется, что мыслит он примерно так, что у меня есть потребность, я вот хочу там... поговорить об этом или подумать об этом, да? А дальше я просто выбираю упаковку, условно. Ну, это так было, типа, до 90 там какого-то года, а потом он просто стал такой более артхаусные вещи делать. Он уже не принимал таких решений. То есть я не думаю, что он знает... То есть, типа... что это был какой-то путь все-таки в свое авторское кино, но это было по пути, да. Может, ему просто не предложили снять... какую-то историю с большим бюджетом. Сериал. Массово ориентированный, потому что Линч на этом как бы обжегся, когда он снял «Дюну». Ему дали большой бюджет и дали, ну, был продюсерский фильм. Он не участвовал особо в монтаже, и то, что получилось, ну, не очень. И по его собственному как бы признанию тоже. Но, ну, тем не менее, ну, как бы, невозможно, если это снял Линч, то это снял Линч, и, соответственно, там все равно есть какие-то там эстетика, ну, которая все равно ее оттуда никак не вытравишь, хоть ты этот фильм там делай на сколь угодно широкую аудиторию, да. Может быть, Джармушу даже и, ну, повезло, что ему как бы не... Я не знаю, как у него там складывались отношения там с большими студиями, ну, и продюсерами. Предлагали ли ему что-то такое снять, что по определению является жанром, или, скажем, ну, не позволило бы ему там как бы в своей манере работать, как он это делает себе. Ну, вот я просто... Ой, извини, Валя, я сейчас вот фразу сейчас скажу. Вот меня на самом деле занимает эта мысль о том, как авторские режиссеры снимают жанровое кино, привнося как бы себя в это во все. То есть вот это вот смешение, когда люди заходят на территорию, и я вот об этом тоже думаю, как это может быть у нас. Потому что мне кажется, что правда, что в Америке очень круто, что вот это вот что как бы там жанровость очень прямо хорошо описана. Ну, что типа вестерн,
сериал там драматический это. Ну, то есть, как бы есть даже вот у меня ощущение, что как будто бы эти жанры все такие как-то собраны. Понятно, как бы с чем типа, работать. Мне кажется, у нас несколько другая история, и все время такое межжанровость в большинстве фильмов и работ. А какие жанры у нас могли, в принципе, сформироваться, если у нас там десятилетиями сериалы, сериалы. У нас сериалы для телеканала «Россия». Ну вот да. Для домохозяек. У нас сейчас «Хомерики» только единственный, кто пытается что-то такое делать. Отдельный вопрос к Алексею. Да, если вы продолжаете эту тему, продолжайте, я потом спрошу. Я задаю вопрос. В Америке я как раз смотрел его фильм, где новый довольно, девятый, что-то с цифрой 9. Хомерики? Хомерики, да. Да, девятый, кажется, называется. Ну, там такая, типа... Ну, дерьмище. История. Хорошая. Она такая, ну... Немножко дубовая, что ли? Дубовая. Ну, давайте не это самое. Мы, может, его посмотрим, если он настолько интересен, что он вот вас задел. Там есть хорошая находка просто. Там есть такой вставной типа комиксы, которые привносят вот этой иронии. Иначе без него бы все было очень серьезной миной. И это бы смотрело... Ну, да ладно. Типа, ну, зачем так делать, серьезно? Ну ладно, давайте, явно интересный фильм. Надо его посмотреть, будет понять, может, он реально годится нам для просмотра. Оль, хотел вопрос задать Алексею. Да, у меня простой вопрос к Алексею. Спасибо большое, что поделился, очень и очень интересно. А какая у тебя самая любимая шутка фильма? Вот мы все поделились любимыми ирониями, шутками. А у тебя какая? Блин, у меня нет любимой шутки. Ну, что-то, что тебя порадовало больше всего сегодня, именно вот при сегодняшнем просмотре. Понятно, что ты смотрел не раз, много раз, но может что-то именно сегодня как-то? Я не знаю. У меня от просмотров у меня очень странно. Короче, за что я его люблю? За вот это состояние какое-то типа, ну, какое-то у него, короче, странное ностальгию он закладывает в эти фильмы. Ну, то есть ты когда смотришь этот фильм, какая-то странная, короче, ностальгия прорывается через них. Я не знаю, в чем она выражается, но это какое-то такое чувство, как будто ты куда-то вернулся. Ну, вот у меня субъективно. И мне это состояние очень нравится. Плюс это еще в сочетании с путешествием, и это какое-то путешествие, которое ты как будто где-то когда-то уже прошел, даже если смотришь первый раз его фильм. Вот. И поэтому я, когда смотрю... Я кайфую от этого, и так как мне просто нравится субъективная эстетика, то я кайфую от эстетики. Но на самом деле мне тоже бывает... Вот, допустим, «Down by Law» я всего 2 раза смотрел. Но вот сегодня я не успел до конца досмотреть, типа, 3-й раз. Он всегда такой у меня был, ну, подвисал, короче, немножко. Я не могу сказать, что это прям чувство скуки, но такой вот он... какое-то такое тянущее такое ощущение, как резина немножко, что ты вроде как... Оль, можно я немного перефразирую твой вопрос? Леша, вот когда мама кролику вот говорила, нет, было смешно. Это не перефразировать. Ну и это тоже было смешно. Да нет, ну что, ну Роберто Бенини, он, по-моему, очень смешной, такой забавный чувак. Ну, вообще, в принципе, весь фильм. Ну, то есть тебя вызывало улыбку поведение Роберта Бенини в фильме? Вот это тебя вызывало? Ну, я вообще весь фильм с такой вот, я же говорю, с постироничной улыбкой смотрел. Я вообще хохотал весь фильм, ну, чё вы, серьезно, я просто покатывался. Вот я тоже смеялась, когда смотрела первый раз. На прошлой неделе. Почему-то сегодня не смеялась. А у кого полиция? У меня. Символично. У нас же вчера здесь были забастовки, вчера было очень много полиции. Сегодня.
но осторожно. Да. Слушайте, мне почти нечего сказать, мне кажется, я так много узнала нового. Спасибо, ребят, большое, что вы любите. Да, мне тоже кажется, что нам нужно заканчивать, чтобы мы еще это самое с желанием еще поговорить, как бы уходили, потому что очень действительно интересный разговор получился. Маша, ты вернулась. Посмотришь. Да, нет, я просто, чтобы попрощаться тоже, я так немножко конец, потому что у меня тут дети. Классно. Спасибо. Спасибо всем. Друзья, еще раз, вот смотрите, я просто завершу, чтобы у нас было окончание. Мы сегодня смотрели фильм «Вне закона» «Down by Law» Джармуша, и у нас была очень крутая беседа, с нами была Оля, Илья, с нами была Маша, с нами был Алексей, и очень здорово, спасибо вам большое за разговор, было прям реально неожиданно интересно, но как бы... Когда она про кролика, я не выражаюсь, я так смеялся, я думал, с вами, типа, а вы, в общем, не так восприняли. Но это все равно мне очень интересно. Но я хочу сказать, что и Оле большое спасибо за фильм. Прямо, как бы, я порадовался. Ну, типа, я понял, надо как-то вот в какую-то такую сторону искать каких-то, ну, на смешение жанров. Есть что работать, есть о чем поговорить, и, как бы, вообще, клевый фильм. В общем, спасибо вам всем большое. Спасибо. Ага. До новых встреч. Пока.